собралась? А я гулять. А ты же должна была пропылесосить. И вообще, знаешь такую пословицу? Знаю, знаю. Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Вот именно, золотые слова. Мам, ну я немного покатаюсь на скейте, приду и пропылесошу. Знаю, Ваша, недолго. Через полчаса, чтобы дома была. Ладно, ладно. Привыкли, что мама все делает, а им лишь бы погулять и побездельничать. Маш, дай мне на скейте покататься. Подожди, Том, сама только начала кататься. Маш, ну хоть на 5 минут дай мне покататься. Тома, а давай ты за меня пойдешь домой и попылесосишь. И я тебе дам кататься на скейте целый час. Точно? Не обманешь? Конечно нет. Ты что? Хорошо, я сейчас мигом. Вот глупая, всему верит. О, а ты чего прибежала? Нагулялась уже? Да нет, я сейчас пропылесошу и опять пойду гулять. Так сегодня же Маша на очередь. Ну да, мы так с ней договорились. Сегодня я пылесошу, а завтра она за меня. А, ну ясно. Только осторожно, там что-то кнопка барахлит. Хорошо. Ой, что это было? Он что, током бьет? Мне же больно. Том, что там случилось? Да ничего, ничего, мам, все нормально. Сейчас быстренько пропылесошу и пойду на скейте кататься. Ну, наконец-то закончила. Мам, все, я пошел гулять. Хорошо, только недолго. Ну вот, пылесос бросила, половник бросила, ничего до конца не доделываю. Куда ты пропал? Я тебя везде ищу. Да никуда я не пропала, здесь стою. Маш, ну все, я за тебя убрала, теперь давай мне скейт. Хорошо, что ты убрала за меня, но скейт я тебе давать не собираюсь. Как это не собираешься? Маш, ты же обещала. Что не собираюсь? Ты только что сказала, что не собираешься давать мне скейт, хотя обещала на целый час, если я за тебя уберусь. Ничего я не говорила. Только подумала. Стой, ты что, мои мысли читаешь? Не знаю. Ты точно ничего не говорила? Да точно ничего я не говорила. Так, давай попробуем. О чем я сейчас думаю? Сколько будет 3 плюс 4? Да это даже первоклассники знают. 7 будет. Ничего себе! Тома, ты правда читаешь мысли?
А как ты так научилась? Не знаю. Хотя, слушай, меня дома пылесос током ударил. Может, из-за этого? Что, прям сильно током ударило? Ну, вообще-то сильно. Зато я теперь все твои мысли смогу читать. Так, признавайся, где ты прячешь все свои вкусняшки? Какие еще вкусняшки? Нет у меня никаких вкусняшек. Главное не думать о вкусняшках. Главное не думать о конфетках, которые лежат в моем ящике рядом с кроватью. В твоем ящике? Хорошо, спасибо. Тома, подожди! Так нечестно! Не трогай мои конфеты! Маш, только спокойно, не нервничай! Я с тобой поделюсь! На, держи, я же не жадина! Хорошо, что я вчера без Тома 3 пачки съел. Как чувствовала, что она у меня их заберет. Что? Ты без меня вчера целых 3 пачки съела? Ничего я без тебя не ела. С чего ты взяла? Ты только что об этом подумала? Так, все, мне это уже надоело. Хватит читать мои мысли. Ну все, теперь она точно мои мысли не прочитает. Так, надо еще очки надеть. Вдруг она по глазам умеет читать. Маш, а зачем ты это все надела? Чтобы ты мои мысли прочитать не могла. Маш, это тебе не поможет. Как это не поможет? Вот, о чем я сейчас думаю? Вот почему все малявки такие вредные? Вообще-то я не малявка, и тем более не вредная. Что, и это не помогает? Что-то Тома плохо пропылесосила. Пыль вон осталась. Вот бы она еще раз пропылесосила, я бы ей сейчас прям хоть 10 шоколадок купила бы. 10? Прямо сейчас? Точно? Ты обещаешь? Конечно, обещаю. Хорошо, я сейчас. Ой, что, Тома? Опять током ударила? Да, знаешь, как больно. Ой, бедная Тома. Ну, надеюсь, ты хотя бы мои мысли теперь читать не сможешь. Как это не смогу? А ну, давай, подумай о чем-нибудь. Не собираюсь я Томе покупать 10 шоколадок. Лучше я себе их куплю. А почему ты ни о чем не думаешь? Ура, сработало! Теперь ты не можешь мои мысли читать. Пойду куплю себе 10 шоколадок. Пока. Ну нет, так дело не пойдет.